Мы меняемся по целому набору факторов, которые связаны просто с изменением психики. Мы все с вами страдаем СДВГ. Это вот исследование знаменитое, где нашли израильских людей, которые еще не пользовались телефоном, дали им телефоном попользоваться. А сначала их проверили, выяснилось, что они здоровее с точки зрения СДВГ. То есть у обычного человека симптоматика СДВГ выше, чем синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вот, да, дали людям, значит, попользоваться телефонами, что с ними случилось? СДВГ у них появилось, а еще они стали более агрессивными, вот, и более конформными, то есть готовыми к соглашательству, ну, то есть, оно, гори оно огнем. Вот, поэтому, значит, первые изменения, они, конечно, связаны просто с психикой. У нас психика не такая здоровая, если это вообще можно считать нашу психику здоровой, которая была у предыдущих поколений.